Помог достроиться дольщикам, получил землю в качестве компенсации. Инвесторам, которые положат конец эпохе краснодарских долгостроев, возместят затраты и усилия перспективными участками в черте города. Об этом сегодня на совещании координационной группы по проблемным домам губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву рассказал глава Краснодара Евгений Первушов. Проблема обманутых дольщиков для нашего края в последнее десятилетие стала одной из самых острых. Решать ее приходится общими силами. В конце апреля в регионе принят закон. Инвесторы, которые помогают достроить такие дома, получат компенсации от краевой и муниципальной власти. Глава края в ходе совещания отдельно отметил успехи краевой столицы в решении проблем долгостроев. Без совместной такой слаженной работы вряд ли бы удалось достичь тех результатов, которые сегодня есть. Большинство у нас объектов уже разобрано в плане определения способов их достройки и тех предложений, которые будем реализовывать. Конечно, очень рассчитываем по 23 объектам, которые у нас сегодня находятся пока неопределенными в части инвесторов, как раз и использовать механизм возможности нового закона Краснодарского края в части предоставления компенсационных земельных участков. Последний раз Землей немного, но тем не менее она есть. В первую очередь это будут массивы, которые будем поднимать в части ликвидности. То есть это не будут земельные участки с различными видами назначения. Хотелось бы, чтобы стоимость этого земельного участка была намного выше, а именно возможность их использования под строительство в дальнейшем микрорайонов. Будем приводить и генеральные планы, правила землепользования и застройки, и все остальные нормативные документы, чтобы они соответствовали самому выгодному виду разрешенного использования для потенциальных инвесторов, тем самым повышая стоимость этой земли с учетом того, что потом мы это будем зачитывать застройщику, который как раз и зайдет вот на те проблемные объекты, которые на сегодняшний день у нас еще пока не имеют инвесторов. Только не скверы и парки, пожалуйста. Ни в коем случае. Как подчеркнул губернатор, в компенсационный фонд можно будет направлять в том числе земли, изъятые из нецелевого использования и возвращенные в государственную и муниципальную собственность. Евгений Первушов в ответ на это заметил, что краснодарские власти за ушедший 2017 год не отдали на торги ни одного земельного участка, предназначенного под строительство многоквартирных домов. Теперь с помощью нового краевого закона это дает городу большой простор для возможности привлечь инвесторов, которые завершат возведение долгостроев.